Ну и первое, что я хочу показать, это вот такое вот средство для умывания. Эта умывалка, она предназначена просто для очищения лица от косметики. И она с этим справляется на ура. Ее можно наносить даже на глаза. И вот в пробнике она мне очень понравилась, потому что очищает кожу именно до скрипа. Так, ну и следующее — это пилинг-скатка от Тони Моли. Я ее давно хотела попробовать, но опять же чего-то сверхъестественного не вижу. Допустим, есть такие же подобные пилинг-скатки. Вот пропеллер пилинг-скатка ничуть не хуже вот этой. Можно найти и дешевле, потому что это не очень бюджетное средство. И также покажу вам два тоника. Один от фирмы Secret Key. Данный тоник идет на основе эфирного масла чайного дерева. Очень ощутим запах этого чайного дерева и, в принципе, эффект такой же, как наносить чайное дерево на лицо точечно, только этот тоник можно наносить на все лицо, поэтому могу его, в принципе, советовать. Лояльный, не пересушивающий кожу тоник. Ну и второе — это обычная розовая вода, написано натурально, вот от такой фирмы. Этот крем мне очень понравился, так как он подходил и на ночь, и на утро. И не слезились глаза, не выжигал он их. Очень даже хороший. Также на нем не скатывался консилер, что не может не радовать. Маска для лица от Siam, которая с перцем идет. Она такая становится теплая на лице. По ощущениям такое чувство, что вы нанесли обычную глиняную маску. В принципе, очищает поры неплохо, не на 100%, но довольно-таки хорошо. Ну и еще одна маска, это помидорная. Это маска тоже очищающая. И, как заявлено, эта маска должна пениться на лице, если я не ошибаюсь. Даже на самой упаковке написано было это, но она не пенится, сколько бы я ни наносила, но ничего сверхъестественного она не делает. Да, очищает неплохо, но и на этом все. Как-то отбеливать лицо она особо не отбеливает, чтобы можно было что-то заметить. Обычная маска. Вот и все новинки, которые я вам хотела показать. Надеюсь, вам понравилось. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!